За годы независимости в Женебекском районе проделана большая работа по улучшению качества жизни. Экономика развивается хорошими темпами, растут объемы производства и производительность труда. О достижениях и развитии района было рассказано на очередном брифинге региональной службы коммуникаций. Благодаря госпрограммам в районе стали активно заниматься животноводством. На сегодняшний день отмечается увеличение поголовья скота не только в фермерских хозяйствах, но и на личных подворьях. Например, если КРС в 2001 году было 40 200 голов, то сегодня это 46 637. Объем валовой продукции сельского хозяйства превысил 8 миллиардов тенге. Индекс физического объема продукции растениеводства по сравнению с аналогичным периодом 2001 года увеличился 8 раз, а в сфере животноводства 8,6 раз. В Женебекском районе из года в год увеличивается количество сельхозформирований, соответственно, увеличивается и объем производства. На сегодняшний день количество сельхозформирований составило 395. В 2001 году всего функционировало 164, в том числе крестьянских хозяйств 158, ТОО 6. Сельскохозяйственные структуры увеличились в 4,1 раза по сравнению с 2001 годом. Большой подъем в период независимости получила предпринимательская деятельность. На сегодняшний день в районе в этой сфере занято 1246 работников. Для этого государство выделяло значительные средства. Так, с 2012 по 2021 годы в рамках различных программ было выделено около 2 миллиардов тенге льготных кредитов. Для привлечения в села молодых специалистов им также оказывается государственная поддержка. Меры социальной поддержки специалистам различных отраслей, прибывшим в отдаленный район по госпрограмме «С дипломом в село», продолжают оказывать ежегодно. В рамках программы «С дипломом в село», стартовавшей в 2010 году, на сегодняшний день 470 специалистам выплачено 72,8 миллионов тенге подъемных пособий и 211 специалистам выдан бюджетный кредит на сумме 588,3 миллионов тенге. После сложного периода становления в 2014 году возобновилось жилищное строительство. С этого периода жилье получили 154 семьи. Продолжается также работа по водообеспечению. В 2021 году по программе «Нурлы жер» прокладывается водопровод в селе Енбекши Узункольского сельского округа. Что касается газификации, то прежде всего в 1994 году газопровод проведен в село Таловка, затем в 1995-96 годах был проведен к селам Жахсабай, в 1997-98 годах Хамаста, Борса и в 1999 году Тау и Жанибек. Кроме того, в 2018 году проведены строительные работы по прокладке природного газопровода в населенных пунктах Майтубек и Жумаев. В результате проделанной работы природным газом по району охватит 16 населенных пунктов. За годы независимости отремонтировано или возведено 9 домов культуры, 1 централизованная, 13 сельских библиотек, построен мавзолей Гумара Караша, капитально отремонтирован районный парк культуры и отдыха. Кроме того, построены объекты здравоохранения, образования и спорта. Екатерина Шмидт, Алмаз Адиетов, Айдус Кисимов, телеканал Акжаик.